Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Глаз21, и это 62-я серия моего города в Майнкрафте. Сегодня на обзоре у нас торговый центр Луч. Да, друзья, очень я наконец-то. Наконец-то у меня дошли руки до него, до торгового центра Луч, и, честно признаюсь, мне пришлось перестраивать его, поскольку получилось слишком большим, естественно, и требовало, естественно, много... Так, все, со звуком все нормально. Так вот, друзья, в общем, здание получилось слишком большое, но требовало при этом побольше... Требовало кое-какие, естественно, комплексы, естественно. И я подумал, ну нафиг я такой большой комплекс, такой комплекс строить. Если мне такого варианта достаточно. Ну и естественно, все-таки я достроил наконец-то этот торговый центр Луч. Вот он. Что находится? Здесь у нас находится магазин много мебели, фикс прайс, ДНС, магазин бытовой техники, цифровой бытовой техники, спортмастер, KFC, магазин, и магазин книжный мир, который там нету вывески. Так, здесь у нас можно ключи там, то есть ключи оформить. У нас типа красивые украшения, типа кольца, сережки, браслеты. Дальше у нас такой вот склад, здесь вот абсолютно видно, вот здесь вот ящик. Дальше у нас KFC. И знаете, друзья, произошел такой смешной случай. В общем, я строил Макдональдс в ТЦ Луч. Но подумал, нафига мне еще один Макдональдс строить на улице Космонавтов, если один отдельный Макдональдс от ТЦ Луч. Дальше у нас магазин одежды Спортмастер вот такой вот. Как он все выглядит. Вот белое стекло. И тут такой вот этот живой дом. Макдональдс рядом, который я рассказал. Пожарная часть. И еще один живой дом. Дальше у нас магазин книг, то есть магазин книг у нас вот так вот тоже выглядит. Что ж, поднимаемся на второй этаж, здесь у нас вот магазин мебели, вот мебельный магазин вот такой вот. Ну, побольше места потребовалось. Вот диваны, стулья, кресла, шкафы, столы. Ну и все имеет свою цену. Ну и последний у нас это магазин Fix Price. Вот такой вот. Тоже место понадобилось, как ни странно. Ну, естественно, заказ, естественно. И здесь мы видим, что этих касс получилось 4. Ну, как обычный русский магазин, естественно. Боксы с замороженными продуктами и полочки с товарами, вот. Ну и все, в общем, просто магазин. В общем, друзья, на сегодня я показал все обновление на сегодня. А, хотя нет, я забыл показать еще продукты гастроном на... Проспект Сэшенска, я его построил, но забыл показать его. В общем, друзья, извините, вот такой вот получился долг. Как ни странно. Вот он вот такой вот получился магазин, гастроном получился вот такой вот. В стиле Припяти. Ну, если честно, то и полностью из Припяти. Так вот. Хотя не совсем, просто такое остекление другое. Да. Проспект Сашиновского, дом 17. Это, кстати, адрес, естественно. Того гастрономчика, который работает круглосуточно, 24 часа в сутки. Ну, и построен из синей керамики. А снаружи, как обычный магазин.
Как обычный магазин, вот так вот. Почки. А, здесь у нас сидит продавец. Ну и на сегодня, в общем, на сегодня это был весь 62-й выпуск моего города в Майнкрафте. Ну а с вами был я, Color2001. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите идеи и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Всем покедова!